Хе-хе-хей, всем привет, друзья, с вами Чинаски, и слаймофон закончен, но мы продолжаем играть в Slime Rancher, нам тут еще много всего предстоит, начиная с того, что я думаю, что нужно наконец уже открыть лабораторию, ну, наверное, не в этой серии, но мы обязательно накопим на лабораторию 10 тысяч, и, конечно же, как бы продолжать развиваться, я тут подзакупился немножко, смотрите, у нас что теперь есть? У нас есть все, кроме вот этих двух вещей. То есть у нас есть реактивный двигатель, который уменьшает выносливость на реактивном ранце. Есть сердечный блок, который до 150 повышает, потому что мало ли что всякое может быть. Энергетический блок и расширитель отсека, который до 50 повышает. Я его еще не купил, потому что я хочу поднакопить немножко. Так, ну что, смотрите, здесь у нас кормушечка есть. В принципе, давайте вот эти плорты соберем, потому что они тоже могут пригодиться. Так, аккуратненько. Так, я лужу все-таки съел случайно, да? Да, хорошо. Я немножко даже уже отвык от игры, пару дней не играл. И смотрите, тут уже нужно потихоньку влиться. Влиться в прямом смысле в суть дела. Так, давайте медовых мы, наверное, тоже вытащим. Сейчас медовые плорты тоже продадим. Так, хищные у меня там есть? Хищных нет, кстати, что странно. И у меня при этом три морковки. А он, наверное, не ест? Фрукты ест, да? Блин, а зачем я морковку туда сюда посадил-то? Нужно фрукты сюда притащить. Сейчас мы это тоже сделаем. А пока мы медовые плорты продадим. Медовые плорты стоят по 69, кстати. Очень даже неплохо. Мы сейчас наварились с вами. Ну и водяные тоже по 35, тоже нормик. Так, хорошо. Тогда морковь мы сейчас заберем, пересадим сюда. В другой сбор. Вот сюда вот. Так. Как раз 11 штучек еще есть. Отлично, а туда посадим сейчас фрукты. Потому что, ну, нужно, конечно, чтобы... Хотя, они же там курицу тоже, по-моему, едят, да? С другой стороны, медовые не едят. Медовые едят только фрукты. Окей, сейчас мы найдем фруктики им тоже. По идее... Так, здесь у меня есть фазовый, да? Смотрите, а этот... А что, отбился? От стаи. А, да, в конце же серии я здесь оставлял его. Вспомнил. Так. Что у нас по фруктам? Вот здесь вижу один. Нормально. Мне бы, может быть, манго посадить, знаете, вот. А, хотя у меня манго посажено. Давайте еще одно посадим, чтобы побольше было. Так, участок земли покупаем. Может быть, его сразу же чернозем. Так, плевноустройство заботится о том, чтобы посевы всегда политы, благодаря чему они растут в два раза быстрее. У культуры выращены черноземы. Вот это купим. А, поливное устройство. Давайте тоже купим. Реально будем сейчас по максимуму закупаться, чтобы все было прям максимально круто. И здесь тоже тогда я это сделаю, чтобы все было тоже круто. Вот. Смотрите. У нас теперь прям настоящая ферма растет. Я думаю, что очень даже топчик. Топчик. Так, здесь мы все это собираем. 4 пуга фрукта, конечно, мало, но пускай хотя бы так. Хотя бы так для начала, потом уже будем продвигаться дальше. Здесь я тоже улучшу сейчас все. Чернозем, поливное устройство. Нам это, по сути, надо сделать один раз. То есть у нас мы это вкладываем как бы в это деньги, а потом уже вкладывать больше и не нужно будет. Поэтому я думаю, что можно это сделать. Так, здесь тоже давайте. Чернозем и поливное устройство. И, по-моему, у нас уже... Да, можно мятное манго. Мне так никто и не сказал, есть ли оно на самом деле в реальности. Потому что я его очень хотел бы. Правда, прям очень сильно. Давайте все соберем. И мятное манго, наверное, их сейчас тоже накормим. В принципе, смотрите, это их еще и любимая еда, за счет чего мы сейчас получим просто дофигища плортов. Ну, классно же, классно. Я думаю, классно. Так, радиоактивные плорты собираем. Здесь тоже сейчас все соберем, все продадим. И я думаю, что потихоньку мы можем уже будем открывать лабораторию. Хотя нет, наверное, вряд ли. И я думаю, эта серия будет, знаете, посвящена прокачке. То есть мы сейчас будем... Ух ты. Ну-ка, давайте загружайте. Только я подбежал, хотел продать плорты. Что у нас тут по ценам? Кристальный плорт, блин, упал в цене. Как раз не вовремя подбежал. А зато радиоактивный повысился. Неплохо. 3200 мы имеем. Я бы, наверное, сделал бы еще один загон, чтобы посадить квантового слайма сюда. Но у меня тут место... А хотя... По-моему, вот тут есть, да? Давайте сделаем загон. А, правда, его нужно еще улучшить максимально, чтобы ничего не случилось. Так, воздушную сеть. Солнечный щит нужен или нет? Вот этого я, честно говоря, не знаю. Давайте, может быть, попробуем без него пока что. Давайте попробуем без него. Посадим штучек 5, например. Оп. Что они кушают? Они кушают фрукты. Так, хорошо. Что у нас тут? У нас как раз есть пога фрукты. Попробуем их накормить. Ну-ка, получится, нет?
Ну-ка, кушайте, кушайте. Пожалуйста. О, кушают, вроде бы нормально. Правда, смотрите, они становятся иногда другой, ну, такой вот. Ага. Ага, раз, два, три. Смотрите, в чем дело. В общем, они так и остаются на месте. Вот они, их пять. Но они свою какую-то такую астральную проекцию запускают в... Ну, как бы, во внешний мир, наверное, так это можно назвать. Я понял, в общем. Ну, нам, значит, нужно будет сюда много фруктов еще посадить. А это мы продаем по 85 и имеем отличный профит. Просто отлично. Я очень доволен. Ну что, наверное, нам в таком случае нужно сейчас собрать фруктов еще немножко. Может быть, морковку соберем. И будем тогда выращивать квантовых слаймов тоже в большом количестве, потому что... Кстати, надо бы их соединить с кем-нибудь. Вот что я еще думаю. Мне кажется, что очень даже не помешало бы их соединить. И с кем? Например, с бабаховыми слаймами. Мне кажется, вот это вообще идеальная идея. Бабаховые квантовые слаймы. Как вам такая идея? Либо, друзья, можем в этой серии не соединять, а вы проголосуйте в комментариях, какие вы хотели бы квантовые слаймы видеть, скрещенные с кем. Я к следующей серии поработаю и насобираю их. Как вам такая идея? Мне кажется, тоже нормально. Давайте так и сделаем. В комментариях укажите, каких квантовых слаймов вы хотели бы видеть, и таких я с вами как раз и сделаю. Так, а тем временем давайте еще улучшим немножко наш загон. Вот сюда идем. И сделаем кормушку автомат и плортосборник. Да, мы потратили очень много денег, но я думаю, что это все окупится. Должно окупиться, по крайней мере. Давайте это все соберем. Сюда выкинем еще 5 слаймов. И погофрукты скинем сюда. Все. Должно быть нормально, должно быть нормально. Блин, правда, меня теперь будет смущать, что они гуляют здесь, но это всего лишь астральные проекции, то есть нечего смущаться на этот счет. Так, здесь все растет, здесь они тоже потихоньку выращиваются, 22. Почему мне хищных не дает? Ну-ка, давайте попробуем скормить парочку куриц. Мне потому что хищные, эти плорты тоже нужны вообще-то. Ну так, я думаю, нормально будет. Вот, сейчас немножко скормим, на, кушайте. Блин, сразу атаковать начинают, конечно. Какие же вы все безобразные, просто какие-то злобные у меня слаймы живут на ферме. Просто жесть. Так, сюда мы овощи все еще скинем. Так, и давайте сейчас посмотрим, что вообще у меня любят вот эти вот слаймы. Кристальное и радиоактивное. Око-око, это я вообще еще не встречал ни разу. А кристальный чудной лук. Ну, в общем, ни того, ни другого у меня на данный момент, к сожалению, нет. А, вот что я могу сказать. Но, у нас растет... Смотрите, здесь уже морковка выросла. Офигенно. Реально быстро растет с помощью вот этих улучшений. Мне нравится. Давайте ее соберем. Посадим сейчас новую. А, она, по-моему, уже посажена, да? Пока что хватает. Да, пока что хватает. Давайте тогда это скинем сейчас сразу в кормушку. Вот сюда. Чтобы мне потом не бегать. Да, думаю, что все отлично. Нужно будет потом, если даже какие-то проблемы будут с географией, так сказать... то я это поправлю, может быть, даже между сериями, чтобы время не занимать у серий. Отлично, смотрите, тут уже готово. Ну, сейчас будем собирать тогда. Правда, у меня тут они еще не выросли, к сожалению. А погофрукты? Погофрукты? Вот. Сейчас соберем фазовые лимоны тогда. И, кстати, квантовые слаймы как раз обожают фазовые лимоны. Может, мы на этом тоже сыграем. Так, идите все сюда. И погофрукты мы сейчас используем, чтобы собрать фазовые лимоны. Еее, неплохо. Правда, целый погофрукт тратится, чтобы собрать один лимон. Ну да ничего, ничего. Так, тут ничего нету. Есть еще 2 погофрукта. Хорошо, мы сейчас все это соберем. Вот так, вот так, вот так. А, все. Угу. А ну-ка, если... Ага, так нельзя. Понял, понял, не дурак. И... О, манго подоспела как раз. И посадим здесь еще один фазовый лимон. Я предлагаю так сделать. Хотя нужно ли... Ну, я думаю, нужно. Думаю, нужно. Или не нужно. Мне кажется, ладно, пока не будем, потому что это, на это тратятся действительно ресурсы, а по сути это просто фрукты. Да, это любимая еда квантовых слаймов, но мне кажется, что одного вполне хватит для этого. А вот мятная манго, мне кажется, тоже в плюс пойдет, потому что это и много фруктов довольно вырастает, и довольно-таки вкусные. Вкусные, тем более, что я сам их с удовольствием бы покушал. Так, давайте скинем все, чтобы полностью здесь у нас были все... фазовые лимончики, которые мы сейчас будем кормить наших дорогих квантовых слаймов. Блин, фазовые, квантовые, что только не придумают. Но мне нравится, мне реально нравится. У нас есть 13 фазовых лимонов.
И мы их сейчас используем для того, чтобы прокармливать наших дорогих друзей. Так, это мы сюда скидываем. Это мы скидываем вот сюда. Хорошо, 7 штучек. 7 штучек. Вполне неплохо. И только один почему-то у нас хищный. Ой, не понимаю. А, они же, наверное, еще и трансформируют. Да, все, я понял. Они, наверное, там трансформируются вдобавок. Мутируют, можно сказать так. Так, это мы забираем, наверное, и сажаем вот сюда вот это. Отлично, отлично. Мы сейчас их хорошенько накормим. Давайте их побольше скинем сюда. Ну, хотя бы еще вот так вот. Все, мне кажется, нормально. И тут у нас собираются потихоньку... Блин, как же меня смущает, что они гуляют так, но это всего лишь, опять же, проекции и... Ладно. Что теперь я хотел бы сделать, друзья? В принципе, у меня все довольно-таки путем идет. Мне кажется, никаких проблем у нас здесь нет. Все потихоньку разбираем. Единственное, что можно, знаете... Так, я застрял немножко. Можно сейчас пойти раскормить вот того синего города, который у меня был. Он, по-моему, ест... Ой-ой-ой, не то. Он, по-моему, ест... сердцевёкла, да? Овощи. Овощи и сердцевёкла. У меня сердцевёкла нигде не растет, но овощи у меня растут. Морковка растет. Можно дождаться, пока морковка вырастет. И, в принципе, давайте поспим. Как раз соберем морковку. Сердцевёклу ждать не буду, наверное. Давайте спать до утра. Блин, долго, мне кажется, правда, немножко. Ну да ничего, попробуем. Возврат на ферму. В 6 утра встали. В 6 утра, друзья. Так, ну-ка, смотрите, сбегать начали. Начали сбегать. Походу недовольны. Ой, блин, сколько их... Как они активно сбегают. Ну-ка, идите сюда. Да, похоже, когда они голодные, они начинают вот убегать от меня. Так, у вас же... А почему их не кормят? Ну-ка, подождите. Да, у них кончились все припасы. Так, нужно будет тогда как-то это тоже подредактировать все. Смотрите, все убежали. Нужно внимательно за ними следить. И, видимо, в загон их лучше не скидывать, пока... Давайте я всех их соберу. Лучше их в загон не скидывать, пока у меня не будет прям много-много либо лимонов, либо других фруктов. Сколько я их? 12 потерял? 12 штук? Так, нет, смотрите, здесь еще... Вот он. И этот сбегает. Ничего не понимаю, друзья. Объясните мне, каким... А, видимо, какой-то из них стал фазовым, да? Этот стал фазовым. Да, квантовый. Квантовый радиоактивный. Ну, вот вы натворили, конечно, делов. Не надо было, наверное, ложиться спать. Не, ну я не могу их, к сожалению, позволить себе сохранить. Квантовые кристальные слаймы нужно выкидывать. Чего? А что случилось? Потому что, к сожалению, ну, просто я не могу. Не могу. Их нужно пока держать у меня при себе. Давай. Так что прости, конечно, квантовый слаймик. Но у меня, в принципе, и 40 хватит. Так, тогда... Сколько же их тут стало? Тогда, пока у меня не станет достаточном количестве фруктов, я их выпускать, наверное, не буду. Давайте, наверное, так и сделаем. Так, это мы сейчас все продадим. Мы сейчас получим реально много денег. Много. Так, давай дособирать до конца. И я думаю, что пойдем на поиски еды. Будем сейчас выращивать все, причем в огромных количествах. Будем складывать... Да ладно, ну откуда вы все взялись-то, а? Пошел вон. Еще и телепортировался куда-то. Куда ты делся? Ага, нашел тебя. Пошел. Нужно будет все это, конечно, предусмотреть. Смотрите, радиоактивный плорт немножко понизился, но 38 тоже довольно неплохая цена. И кристальный плорт. Смотрите, хищный мы сейчас продадим вообще по офигенной цене. Просто по офигенной. А вот квантовый немножко упал в цене. Ну, между прочим, не знаю, почему такой хайп вокруг именно квантовых. Потому что их плорты стоят не так уж дорого, надо заметить. Ну да ничего, разберемся, конечно. Давайте это сейчас продадим. Мы уже имеем с вами... Так, секундочку. Я думаю, что 1006, наверное, да? Да, почти 6. Неплохо. Морковку сейчас соберем. Собираем морковь. Этим мы накормим наших радиоактивно-кристальных слаймов. Потом соберем фрукты, накормим этим наших медово-хищных слаймов. Или кормить их курочками все-таки. Так, их тут 5 штук. Давайте, наверное, курочками покормим. Или все-таки не стоит? Блин, это такая дилемма, конечно, потому что мне не очень хочется кормить курицами, они мне еще понадобиться могут. Поэтому давайте, наверное, морковь я сюда закину. Вот так вот.
чтобы их можно было накормить в случае чего. Мне кажется, что это нормально пойдет. Квантовый слайм придется носить пока с собой. Вот это единственная проблема, которая мне не очень нравится. Так, это мы сейчас тоже продадим. Окей, окей, это очень неплохо даже. Смотрите, сколько у нас здесь. Еще хищных, конечно, мало, но все равно неплохо. О, о, тоже хорошо. Сейчас мы мятная манго. Ой-ой-ой. А меня продамажило, что... Ты что тут делаешь опять? Что... Что происходит? Как они сбегают? Объясните мне. Тут крыши нет, что ли? Да ладно, я что, крышу не поставил? Серьезно? Да нет, стоит. Давайте купим шарманку тогда, что ли. Хочешь немножко не успокоиться, потому что я просто не понимаю, как они вылазят. Может, сломали крышу? Блин, походу реально сломали. Смотрите, вообще все ломают подряд. Какие агрессивные вот эти хищные. Это просто жесть. Но я надеюсь, что шарманка их успокоит немножко. Смотрите, этот покушал и довольный, блин. Конечно, но я тебе не разрешал кушать. Рано пока, рано. Так, давайте закинем, чтобы они... Блин. Успокойтесь, пожалуйста. Как же тяжела жизнь фермера. Давай, иди обратно. И ты тоже иди. Все, залазь. И не вылезайте. Давайте одну манго, правда, достанем, посадим заново. Вот так. Он скушал его или что? Что происходит? Блин, меня убили. И я потерял всех квантовых слаймов. Да ладно. Да ладно. Серьезно? Нет, вы серьезно сейчас? Что вообще сейчас с моей фермой происходит, блин? Я просто не представляю, что мне сейчас делать. Ну, мне придется просто идти обратно тогда на эти руины и собирать обратно. Блин, я не ожидал, что такое произойдет, друзья. Просто не ожидал. Мне начинают бесить эти слаймы, если честно. Вот конкретно вот эти. Потому что они все мне испортили. Просто все. Офигеть. Они очень сильно дамажат меня. Смотрите, по 20 урона они наносят за один раз. Им ни шарманка, ничего не помогает. Они просто выскакивают оттуда. Просто дамажат без перерыва. Офигеть. Так, медовый, вернись, пожалуйста. Я понимаю, что ты как раз нормальный. Это вот эти хищные. Я, наверное, их не буду... Хотя у них очень дорогие плорты. Вот в чем вопрос. Но я же не могу просто постоянно следить за тем, чтобы они не выскакивали отсюда. Друзья, мне нужны ваши советы. Без них я, боюсь, не справлюсь. Офигеть. Я реально не ожидал, что все так плохо произойдет. Обидно, обидно. Что сказать? Обидно реально. Мы потеряли 40 квантовых слаймов. Я думаю, что эта потеря запомнится надолго мне. Но будет мне и уроком также. Я не знаю, правда, как работает шарманка, почему она не успокаивает их вообще ни разу. Они просто постоянно выскакивают из своего загона, и щит уже не работает. Что еще я могу сделать? Солнечный щит? Ну, по-моему, мне это не поможет. Так, ладно, давайте это все соберем, чтобы это не валялось здесь. И мне нужно будет сгонять потом за мятной... За этой... Мятным манго. Да, все, опять сверху щит поставился. Ну, хоть так, конечно. Хоть это меня немножко радует. Так, морковку давайте тоже соберем. Сейчас мы ее тоже посадим. Но, как бы, вообще полный отстой случился. Ладно, тогда к следующей серии. Я уже вне записи, я думаю, сгоняю за квантовыми слаймами. А может, на запись, как вы сами заходите. А, так, здесь ничего. Вот здесь вот это растет. Мы это посадим еще в другое место, конечно. Там, где оно должно расти. Здесь у нас ничего пока не растет. И здесь тоже. Понятно. Понятно. Так, ладно, мятная манго мы скинем туда. Видимо, нужно будет очень аккуратно вот именно со сном определяться, потому что, по всей видимости, сон здесь это опасная вещь. Так, тут вроде бы все хорошо. Тут вроде бы все хорошо, никто никого не обижает. Морковь мы скидываем сюда. Тут у нас по моркови было вообще отлично. То есть вообще все было отлично. Здесь мы тоже все скидываем. Пускай они кормятся, конечно. Но я ими максимально недоволен, друзья. Да, эта серия ознаменована тем, что мы потеряли в этой серии дофигища квантовых слаймов. Отстой. Ну ладно, зато у нас есть много плортов. Это мы сейчас отличненько потратим. Просто офигенно. У нас, смотрите, даже лишнее сейчас есть. Сейчас я все продам. Сейчас все продам. И мы с вами можем будем уже продолжать. Очень близко мы находимся с вами к тому, чтобы открыть лабораторию. Осталось буквально несколько тысяч. Я думаю, что к следующей серии мы уже лабораторию откроем. Единственное, что я еще хочу купить себе вот эту штуку. Боюсь, что она мне реально нужна. И вот эту тоже.
Конечно, опять же, немножко я лабораторию отдалил. Что происходит? Что они делают вообще? Ой, я уже просто в шоке с них. Так, давайте это тоже заберем. 40, кстати. Вот мы сейчас офигенно денег поднимем. Очень много. Ну, 1003 получается где-то, да? Да, я думаю, что да. Так, у меня даже один лишний выпал. Хорошо, хорошо. Лишний это нормально, это неплохо. Это лучше, чем когда не достает. А лужевых плортов я, может, даже и уберу, не знаю. Посмотрим. Ну, хотя по 45 неплохо, и так вообще-то. Вообще-то. Смотрите, мы 4000 почти поднимем сейчас на хищных. Офигеть! Легкий ньюбакс! И у нас 11 тысяч денег. Друзья, я думаю, что в следующей серии мы с вами откроем лабораторию. Вот здесь она находится, и мы нажмем на эту заветную кнопку, вот на эту, купим лабораторию, но это будет уже в следующей серии. Я надеюсь, что ролик вам понравился, друзья, ставьте лайк, если это так, 150 лайков и выходит новая серия Slime Rancher. Также обязательно подписывайтесь на канал, чтобы вы могли получать видосики, чтобы вас оповещали об этом. Ну а я буду рад тому, что меня смотрит так много хороших, замечательных людей. Обязательно в комментариях можете подсказать мне вот по тем вопросам, которые я сегодня озвучил, потому что, ну, правда, что-то как-то не очень сегодня эта серия была. С другой стороны, мы денег много накопили. Поэтому, надеюсь, вам понравилось, и увидимся уже в следующей серии. С вами был Чинаски, всех люблю, всех обнимаю, до скорой встречи.